Доброго дня, шановні меблевики! Я Анна Закусило, менеджер проєктів УАМ, і сьогодні буду модератором вебінару «Як убезпечити бізнес та зберегти команду під час карантину». Нагадую, що трансляція відбувається також на офіційній сторінці Української асоціації меблевиків у Фейсбуці. Та для вашої зручності, та для тих, хто сьогодні не зміг до нас долучитися, буде залишатися у записі у вільному доступі. Пропоную перевірити зараз якість зв'язку, чи всі мене добре бачать і чують. Якщо так, напишіть, будь ласка, плюс в коментарі. Так, чекаємо. Сьогодні ми розглянемо таку важливу і актуальну тему в умовах ізоляції, коли багато підприємств перейшли в режим віддаленої роботи, а деякі підприємства поки ще не знають, що з цим робити. Тож для цього ми запросили експерта, юриста та радника юридичної фірми Spencers Майю Святашову, яка допоможе нам поглибитись в цю тему та правильно врегулювати такі трудові відносини. Зараз під'єднаємо Майю. Так, бачу плюсики. Так, дивимо. Майя, ви мене чуєте? Чомусь не бачу вас серед учасників. Можливо, треба оновити. Одну хвилиночку, зв'язуємося із Маєю. Все, бачу Маю. Зараз ми під'єднаємо. Все, Маю, я вас підключила. Чекаємо. Все добре. Бачу аватар. Включайте, будь ласка, камеру та мікрофон. Все добре, бачимо, але не чуємо. Маю, будь ласка, включіть ваше. Тепер слышно. Так, тепер добре чутно. Бачу, що учасники також ставлять плюсики та доєднуються, долучаються до нас. Тому думаю, що можемо розпочинати. Передаю Майя вам слово. Да, добрий день, уважаемые учасники. Как меня уже представила уважаемая модератор, меня зовут Майя Святашова. Я адвокат, я руководитель практики налоговых споров антимонопольного права и права интеллектуальной собственности в юридической фирме Spencers. Общий опыт работы в сфере права у меня более 14 лет, больше половины из которых я занимала руководящие должности. Сегодня поделюсь с вами необходимыми знаниями, которые у меня есть и наработаны уже в силу существующей практики в сфере трудовых правоотношений, потому что сейчас это очень такая сенситивная тема. Многие уже прошли вебинары, прямые эфиры, потому что тема сейчас широко обсуждается в сети, в СМИ. И думаю, не лишним будет еще раз закрепить эти вопросы. Буду благодарна за ваше активное участие. Я слежу за чатом. Надеюсь, что буду видеть ваши вопросы. И буду по мере возможности на них отвечать. И в любом случае у нас в конце нашего вебинара мы сделаем сессию вопрос-ответ. Итак, предлагаю начать с АЗОВ, больше, наверное, с коммуникации с сотрудниками, потом мы уже перейдем к более сложной юридической теме. Итак, первое, на что хочу обратить ваше внимание, это на необходимость коммуникации, подробной коммуникации с вашими сотрудниками, потому что, к сожалению, сейчас нередко я встречаю случаи, когда собственники не общаются со своими сотрудниками,
Работодателям и сотрудникам всем сложно, но коммуникация — это ключевое, на что мы сейчас должны обратить внимание. То есть первое — это, естественно, не прятаться, не молчать и говорить своим сотрудникам честную, правдивую информацию о том, куда идет компания, как планируется выход из карантина, да, выход из финансового кризиса. Все ли рабочие места будут сохранены или будет планироваться сокращение штатов? Все ли сохранят свои должности, свою позицию? В целом, будет ли осуществляться переформатирование бизнеса или бизнес будет работать так, как работал до карантинного режима? Коммуникация должна быть регулярной. Многие, особенно IT-компании, практикуют коммуникацию ежедневную, то есть планируется в 9 или в 10 утра созвон с помощью любых средств связи с сотрудниками. Я не сторонник, скажем, таких жестких консервативных методов того, чтобы сотрудники отчитывались ежесекундно о том, что они делают. Главное, чтобы результат работы был достигнут. Поэтому ключевое здесь правильно и корректно ставить задачи перед своими сотрудниками. Есть сейчас очень много программного обеспечения, в том числе бесплатного, с помощью которого можно контролировать работу своих сотрудников и с ними коммуницировать. Естественно, сейчас самое время для анализа и перераспределения возможного даже должностей вашей компании. Потому что сейчас очень важно выделить такой костяк в вашем коллективе, ключевые должности, выбрать компанию так называемого кризис-менеджмента, да, для того, чтобы в период существующих реалий не потерять команду и не потерять ключевых членов вашей команды. О чем я еще постоянно, естественно, коммуницирую со специалистами в сфере HR. И о чем сейчас они говорят, что время непростое, но, тем не менее, многие компании, которые занимают лидирующие позиции, в том числе на рынке, в разных отраслях, сейчас ищут себе новых сотрудников для того, чтобы усилить свою команду после выхода из кризиса и из карантина в том числе. Поэтому, если вы хотите сохранить своих ключевых сотрудников, не потерять компетентных людей, вам необходимо с ними беседовать, вам необходимо им давать какие-либо гарантии, насколько это возможно в текущих реалиях. Потому что сотрудников новых ищут крупные и средние предприятия, поэтому существует такой риск потери ключевых людей, если вы с ними не будете верно коммуницировать и оформлять отношения. Это такая небольшая, скажем, вводная часть по коммуникации, и теперь мы можем перейти непосредственно к такой юридической части о том, как поменялось законодательство в течение месяца марта и апреля в части трудовых правоотношений, и какие есть вообще варианты взаимодействия с вашими сотрудниками, как их можно оформить и так далее. Я, к сожалению, не вижу в чате. Надеюсь, меня по-прежнему видно и слышно. Если что, вы мне напишите, я думаю. Так, значит, переходим к тому, какие вообще есть варианты, возможные варианты оформления отношений в текущих реалиях. Я выделила для себя, скажем так, 6 основных. Естественно, увольнение, сокращение, простой, отпуск оплачиваемый, отпуск без сохранения заработной платы и вариант удаленной работы, да, надомной работы. И теперь предлагаю непосредственно по каждому из этих пунктов подробно пройтись. Естественно, я не сторонник, как я думаю, многие из присутствующих, увольнений, да. Во-первых, я всегда в текущем месяце говорю о том, что увольнять в связи с карантином, кризисом и так далее незаконно, да, то есть не появилось каких-либо изменений в законодательстве, новых оснований для увольнения в связи с карантином и так далее. То есть все основания для увольнения остались прежними.
Я не буду подробно на каждом из них останавливаться, назову несколько, да. В том числе одно из них – это изменения в организации работы вашего предприятия, которое может включать ликвидацию, реорганизацию, банкротство или сокращение штатов. Естественно, никто не отменял увольнения по желанию сотрудника, по инициативе сотрудника. То, что касается инициативы работодателя, это может быть, опять-таки, прогул, но в текущих реалиях это очень сложно, вы сами, я думаю, понимаете. Это выявление квалификационного несоответствия сотрудника занимаемой должности, систематического невыполнения сотрудникам своих обязательств по трудовому договору, по правилам внутреннего трудового распорядка и так далее. То есть это те общие основания, которые были всегда. Я не рекомендую злоупотреблять и сейчас заниматься там увольнением по инициативе работодателя в связи с прогулом, несоответствием и так далее. Потому что рано или поздно мы все выйдем из карантина, суды заработают в прежнем режиме, и сотрудники пойдут в судебном порядке восстанавливаться на работе и требовать выплаты компенсаций, морального вреда и прочих видов платежей. Да? И к вам придут, естественно, проверки. Поэтому я крайне не рекомендую пользоваться таким кардинальным видом решения проблемы, как увольнение по инициативе работодателя. Естественно, если сотрудник по своему желанию хочет уволиться, вы ему не можете запретить это сделать, да? То есть здесь ничего не поменялось. Поэтому еще раз подчеркну, я не сторонник увольнений, но я не могу как юрист с вами не поделиться информацией, что такой вариант тоже существует. И сейчас, в том числе в СМИ, в сети интернет, многие компании открыто заявляют о том, что они будут часть сотрудников увольнять в каком-то процентном соотношении. Значит, с увольнением мы рассмотрели, да, что здесь никаких изменений нет. Переходим к следующему, тоже не очень популярному виду урегулирования отношений, как сокращение штата. Значит, что такое сокращение штата и поменялось ли что-то здесь? Отвечу сразу, что нет, в этой отрасли, в этой сфере трудовых правоотношений тоже все осталось без изменений. То есть если вы предполагаете, что ваша компания на данном моменте, на данном этапе не сможет содержать уже такое количество сотрудников, что отпала потребность в таком количестве сотрудников, вы сократили производство, например, да, или у вас розничный магазин, который сейчас не может работать в силу понятных причин прямого запрета осуществления такой деятельности. Или, например, вы производите мебель для ресторанов, кафе, которые тоже сейчас закрыты, и неизвестно, когда они выйдут и заработают в полную мощность, поэтому у вас есть объективные причины сокращения объема производства и, возможно, сокращения штата. Здесь эта процедура по-прежнему осталась достаточно сложной, достаточно болезненной. Во-первых, если кратко рассмотреть, как это оформляется. Здесь, в принципе, тоже все по-старому. Делается принятие решения в форме приказа, да, что с подробным обоснованием, в связи с чем применяется такая мера, как сокращение штата сотрудников. Вы определяете список сотрудников, которые подлежат сокращению. Естественно, это нужно обосновать, да, что именно вот эти должности, вот эти сотрудники подлежат сокращению. Далее вы обязаны уведомить сотрудников, по которым принято решение сократить, уведомить их за 2 месяца до предполагаемой даты сокращения. То есть вы должны понимать, что еще 2 месяца сотрудник будет с вами в команде. Естественно, никто не отменял норму, что вы обязаны данным сотрудникам, которые подлежат сокращению, предложить другие варианты работы. Например, предложить офис-менеджеру выполнять работу, не знаю, там, бухгалтера, да, или кого-то еще, если у него есть образование соответствующее.
то есть другую должность, если у вас есть такая возможность, сотрудник имеет право согласиться, не согласиться. Что касается еще сокращения, есть такие так называемые льготные, да, сенситивные категории сотрудников, по которым есть определенные условия. То есть, например, у вас есть штат, и вы приняли решение там, уменьшить количество, я не знаю, любую сейчас беру должность, например, бухгалтеров или юристов или еще кого-то. При прочих равных условиях, при равной продуктивности труда, при равной квалификации этих сотрудников, есть категории, которым предоставляется преимущество для того, чтобы остаться у вас работать. Например, кто это может быть? Это семейные сотрудники, у которых есть два и более человека на содержании. Да? Там, например, два и более ребенка или там, нетрудоспособные родители и так далее. Естественно, это документально подтверждается. Далее, это могут быть сотрудники, в семье которых более нет лиц, которые могут содержать семью, то есть у них нет самостоятельного заработка, и этот сотрудник является, скажем так, единственным кормильцем в семье. Далее, еще одна такая льготная категория – это те сотрудники, которые имеют значительный беспрерывный стаж работы конкретно на вашем предприятии. Например, есть сотрудник, который работает у вас 2 года на этой должности, и есть сотрудник, который работает 10 лет на этой должности. И по кодексу законов о труде предполагается, что сотрудник, который работает у вас 10 лет, будет иметь преимущество в том, чтобы остаться с вами в вашем предприятии работать. Скажем, это основные. Есть там еще категории, много их достаточно. Я уже не буду подробно на них останавливаться, потому что из анализа того, что происходит на рынке, сейчас немногие предприятия пока прибегают к такой мере, жесткой тоже, как сокращение штатов, потому что это не просто оформить, потому что это потом повлечет дальнейшие проверки того, законно вы это сделали или нет. Опять-таки, здесь есть неудобство в том, что нужно уведомить сотрудников за 2 месяца, о таком сокращении, поэтому у вас этого времени может просто не быть, да, в силу отсутствия материальных ресурсов и так далее. Еще есть такая норма, которая защищает сотрудников при сокращении, как возможность вернуться к вам на работу в течение 1 года, такое преимущественное право. То есть если в течение 1 года вы вновь возобновляете работу своего предприятия и ищете сотрудника с такими же, по таким же квалификационным требованиям, вы обязаны предоставить сокращенному сотруднику преимущественное право вернуться к вам. И, естественно, есть вид компенсации при сокращении. Компенсация данная составляет среднемесячный заработок данного сотрудника. То есть помимо того, что вы за 2 месяца до сокращения обязаны сотрудников уведомить об этом, вы еще должны выплатить такую компенсацию. Да? То есть по увольнению, сокращению основное я сказала. Так, если вы, пожалуйста, периодически мне плюсики какие-то значки ставьте, потому что, чтобы я понимала, что меня по-прежнему там видно, слышно и все в порядке, и что все понятно. Потому что если вдруг что-то я ухожу в какую-то юридическую тематику сильно, и что-то непонятно, нужно остановиться более подробно, пожалуйста, вы мне тоже об этом пишите, не стесняйтесь. Хотя я стараюсь максимально упрощать. Так, идем дальше. Следующий такой вид взаимоотношений с сотрудниками в период карантина – это простой. И вот таким видом, как простой, очень многие сейчас пользуются. Да, вижу ваши плюсики, спасибо. Значит,
Да, и если вы мне будете в чате писать, что у вас применимо, да, у вас на производстве, у вас на предприятии, тоже буду благодарна, чтобы мы там более подробно на чем-то могли остановиться или рассмотреть специфические вопросы в вашем конкретном бизнесе. Далее, простой. Что такое простой? Проще говоря, это приостановление работы. Это приостановление может быть связано как с сотрудником, но это не в данном случае, да, не в данных реалиях. В данных реалиях это связано с отсутствием возможности работать, да, и в том числе связанной с обстоятельствами, там, непреодолимой силы и, проще говоря, форс-мажором, да, то, что мы сейчас имеем. Думаю, многие из вас слышали, что соответствующими изменениями в законодательство предусмотрено, что в том числе карантин может относиться к обстоятельствам, к форс-мажору, обстоятельствам непреодолимой силы. Да? То есть мы рассматриваем вариант, например, рестораны, розничные магазины непродовольственные, туристические компании, очень много бизнеса, которые салоны красоты, которые не могут сейчас, не имеют права работать, да, и здесь мы говорим о прямом запрете деятельности, о наличии прямой невозможности физически работать, да, как вы это продолжали делать. Поэтому, естественно, в данном случае мы можем говорить о наличии таких обстоятельств объективных для того, чтобы оформлять простой. Значит, что это вообще такое, как это оформлять, есть ли тут какие-то льготы у сотрудников и так далее. Предлагаю более подробно. То есть в данном случае мы с вами обозначили, что это вид простоя, который не зависит от наличия вины сотрудника. Да? Это тот вид простоя, который зависит от обстоятельств непреодолимой силы, которые не зависят от работодателя. Поэтому такой простой может быть оформлен на предприятии на весь период действия карантина. Что для этого нужно? Для этого нужен приказ по предприятию, в котором вы расписываете, что у вас на такой-то период на предприятии, да, там, будет простой на такой-то период, с такого-то числа, например, там, с 1 апреля по 24 апреля, простой в связи с обстоятельствами, да, и подробно расписываете, с какими обстоятельствами, в данном случае карантин, и ссылаетесь на соответствующее постановление Кабинета министра. Плюсы в этом. Вам не нужно об этом заранее уведомлять ваших сотрудников, получать какое-либо согласие от ваших сотрудников, выплачивать сотруднику какие-либо компенсации, как при сокращении и так далее. Да? То есть у вас сотрудники продолжают числиться в штате, но они физически не ходят на работу. При этом то, что касается оплаты труда на период карантина, на период простоя, оплата труда должна производиться в размере не менее 2/3 оклада вашего сотрудника. То есть есть у вас оклад по там, штатному расписанию, по трудовому договору, который ваш сотрудник получает. Если вы даже оформили простой, и сотрудник не выполняет своих обязанностей, и он находится там дома, да, или где-то еще, вы ему все равно платите 2/3 оклада за период простоя. Какими документами это оформлять? Как я уже говорила, должен быть приказ работодателя, да, о том, что о простое, и оформляется еще акт простое простой форме, да, не нужно его слишком подробно расписывать. В этом акте фиксируется там как комиссия, да, в составе там 3 человек. Это может быть директор, бухгалтер, юрист, например, в котором фиксируются причины, обуславливающее оглашение вот таких вот условий труда, которые обосновывают приостановку работы вашего предприятия на данный период.
Эти документы нужны для того, чтобы, когда закончится карантин, когда закончатся вот эти все обстоятельства непредвиденные для вашего предприятия, к вам не пришли с проверкой и не начали вас наказывать за отсутствие того или иного документа, да, о том, что вы там, например, у вас нет приказа или чего-то еще. Естественно, как юрист, я рекомендую вам ознакомить ваших сотрудников с приказом. Нет прямо прописанного такого обязательства в законодательстве, да, но есть фактические реалии, в которых мы живем. Есть понимание, что часть сотрудников готовы даже будут идти в суд и доказывать свои права, и пытаться получить какие-либо компенсации от работодателей. Поэтому для того, чтобы вам максимально сейчас обезопасить свой бизнес и не платить в дальнейшем компенсации, лучше вы оформите лишние бумаги сейчас, чем вы будете иметь какие-либо проблемы в будущем, когда мы выйдем из этой ситуации, в которой есть. Значит, и также стоит отметить, что законодательством не урегулирован вопрос на период простоя, там, где должны находиться сотрудники и так далее. То есть 2/3 оклада они получают, да, но вы уже с ними сами согласовываете, где сотрудники находятся, на дому, либо у вас на рабочем месте они продолжают выполнять какую-то часть работы, да, или там, другую работу, то есть все это нужно прописать в акте и приказе. Это основная информация по оформлению простоя. Напишите, пожалуйста, стоит ли еще что-то о простое более подробно рассказать, или мы можем идти дальше. Может быть, я очень быстро рассказываю. Я просто стараюсь, чтобы мы успели как можно больше всего рассмотреть. Добро. Окей, значит, я это воспринимаю как команду о возможности двигаться дальше. Отлично. Значит, следующий вид оформления в этот период – это отпуск. Это более уже такие простые, да, и более лайтовые, скажем так, версии оформления ваших отношений с сотрудниками. Значит, первый такой приятный для сотрудников, да, вид отпуска – это ежегодный оплачиваемый отпуск. Есть сотрудники, которые любят годами накапливать у себя неиспользованные дни отпуска. Есть сотрудники по большим крупным предприятиям, где даже более 100 дней отпуска накопилось за весь период работы. Поэтому сейчас самое время проговорить сотрудникам возможность использовать этот отпуск. Я думаю, что присутствующие участники и те, кто будут смотреть в записи, знают, что в случае увольнения сотрудника вы будете ему выплачивать компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Поэтому сейчас по возможности предоставьте оплачиваемый отпуск для того, чтобы эти дни, скажем так, выгулять, да? Чтобы сотрудник мог ими воспользоваться. Потому что есть, например, категории сотрудников, имеющие дополнительный отпуск, например, за ненормированный рабочий день или за работу за компьютером, да, там часто предоставляется дополнительный отпуск, либо мать-одиночка, ну, то есть такие льготные категории сотрудников, имеющие дополнительный отпуск, его тоже сейчас никто не запрещал предоставлять и, скажем так, обнулить счет по дням отпуска. Здесь, опять-таки, в законодательстве ничего не поменялось в связи с карантином, никаких ограничений не появилось, никаких дополнительных требований, никаких новых видов документов, компенсации и прочего, или запрета предоставлять такой отпуск, ничего не появилось. Поэтому здесь я не вижу необходимости подробно останавливаться, да, я думаю, что ваши сотрудники, которые занимаются оформлением отпуска, там, и бухгалтерия, знают, как с этим работать прекрасно, поэтому предлагаю идти к следующему, наиболее популярному в сегодняшних реалиях виду отпуска. Это отпуск без сохранения заработной платы. Или, как мы привыкли слышать в обиходе, это отпуск за свой счет.
да. То есть здесь поступают такие вопросы, когда еще не все адаптировались под изменение законодательства в связи с карантином, а оно в этой части изменилось. Изменилось, скажем так, более в положительную сторону для работодателя. Итак, что же это за отпуск такой? Всегда существовала общая норма в Кодексе законов о труде и в законе об отпусках, о возможности сотрудника воспользоваться таким отпуском, как без сохранения заработной платы. Опять-таки, есть категории сотрудников, их достаточно большое количество, я называю их там, льготниками, скажем так, да, которым вы не можете там, отказать в предоставлении отпуска за свой счет и так далее. В том числе, например, это отпуск отцу при рождении ребенка, скажем, отпуск семьям там, с дети с инвалидностью и так далее. Там очень большой перечень этих лиц. И есть общее основание, когда любой сотрудник, любой член вашей команды имеет право попросить у работодателя отпуск без сохранения заработной платы по семейным или иным обстоятельствам. То есть, грубо говоря, по собственному желанию. Вот всегда до изменений в связи с карантином было предусмотрено, что такой отпуск не может превышать 15 календарных дней в году. Сейчас обращаю ваше внимание, что были внесены в марте этого года изменения. Специальная норма прописана, что в случае, когда кабинет министров в связи со специальным законодательством, скажем, вводит карантинные меры, да, проще говоря, карантин, то вот этот срок пребывания в карантине не включается в это ограничение в 15 календарных дней в году. Если говорить простым языком, карантин там, огласили, например, с 17 марта по 24 апреля. Ваш сотрудник написал заявление, прошу предоставить отпуск без сохранения заработной платы на период с 17 марта по 24 апреля. И вы имеете право ему этот отпуск без сохранения зарплаты предоставить. Эти 15 календарных дней не будут иметь никакого значения в ограничении. Почему я так на этом подробно останавливаюсь? Потому что, опять-таки, слышала несколько таких вопросов от кадровиков в том числе, которые вот запомнили эти 15 календарных дней в году, да, или запомнили, что есть определенные категории сотрудников, которые там имеют несовершеннолетних детей до 14 лет, там детей инвалидов и так далее, вот что только они имеют право взять этот отпуск. Нет, еще раз обозначу, что абсолютно любой сотрудник имеет право взять отпуск без сохранения заработной платы на весь период действия карантина. Я даже вам могу назвать номера статей законодательства, чтобы вы себе записали, потом могли там, распечатать или там, своим сотрудникам сообщить. Это 84-я статья КЗОТа и 26-я статья закона про ветпустки. Еще раз, 84-я статья КЗОТ и 26-я статья закона об отпусках. Опять-таки, почему я останавливаюсь на таком словосочетании, как «сотрудник имеет право»? Потому что нельзя сотрудника отправить в отпуск без сохранения заработной платы по инициативе работодателя. Вы не можете своего сотрудника заставить уйти в отпуск без сохранения зарплаты по вашей инициативе. То есть в данном случае нужно договариваться, да? Стандартные условия его предоставления. Сотрудник должен написать вам заявление, в котором он просит предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы на такой-то период. Вы делаете, соответственно, приказ о предоставлении конкретному сотруднику конкретного отпуска. Рекомендую в приказе обозначить ссылку на норму ЗОТа и норму закона об отпусках, о том, что отпуск предоставляется в рамках
периода карантина, да, то есть лучше сейчас пропишите, потому что вас придут проверять рано или поздно, вас придут проверять, например, через 1,5-2 года, естественно, мы не забудем о том, что был карантин, но для того, чтобы потом не было вопросов, у вас там сменится сотрудник, еще кто-то, чтобы в документах сразу подробно были расписаны причины и основания для предоставления такого отпуска. Я просто знаю сейчас такие несколько случаев, слышала, по крайней мере, о том, что многие работодатели просят написать там пустое заявление, да, или оставить пробелы, когда сотрудник пишет, прошу предоставить отпуск без сохранения зарплаты там с 1 апреля по пробел и все, и поставить подпись, да, а потом работодатель сам рукой впишет. Я рекомендую с этим не злоупотреблять. Рекомендую не делать себе же потом неприятностей в будущем, для того, чтобы потом не выплачивать какие-либо компенсации вашим сотрудникам и для того, чтобы потом не иметь проблем и разбирательств с проверяющими, контролирующими органами. Поэтому, если уж так сложилось, да, я опять-таки здесь говорю с вами как юрист, я просто не имею право вам там рассказывать какие-то схемы работы, да, там давления и чего-то еще. Я говорю вам исключительно так, как это должно оформляться по закону в рамках существующих норм. Поэтому не нужно оказывать какого-либо давления на сотрудников. Вы знаете, что сейчас все сотрудники так или иначе образованы и имеют знания в данной сфере, да, очень много, в том числе бесплатных вебинаров, семинаров, законодательства в общем доступе, поэтому сотрудники прекрасно знают о том, как это должно оформляться. Для того, чтобы потом не было каких-либо записей на диктофоне, что вас записывают, когда вы сотрудника заставляете писать заявление о предоставлении там отпуска за свой счет, да, или вы пишете ему это в имейл рассылки какой-то, да, или в смс и так далее. То есть я рекомендую вам этого не делать, для того, чтобы потом это не было использовано против вас в суде, да, скажу, как в американских фильмах. Потому что на самом деле очень много таких случаев, когда сотрудники все записывают, все фиксируют. Ну, и это понятно. Сейчас, скажем так, все выживают и защищаются как могут всеми доступными и недоступными способами. Поэтому не нужно жить там сегодняшним днем, нужно понимать о том, что в будущем это может повлечь определенные негативные для вас последствия. Итак, я уже, мне кажется, очень подробно остановилась на отпуске без сохранения зарплаты. Подскажите, пожалуйста, есть ли на данном этапе вопросы вот по этой части какие-то? Или мы можем идти дальше? Если идти дальше, можем там пару плюсиков поставьте, и я пойму, что все понятно, и можем переходить к следующему блоку вопросов. Угу. Вижу плюсики, спасибо. Так, следующий вид работы, такой тоже очень популярный, который сейчас используют практически все работодатели, особенно те, кто работает в офисах, да, это удаленная работа. Да, пишет, что для моей фирмы был менее актуальный. Угу. Вы можете написать, какое, да, более для вас актуальное, и мы на нем просто потом более подробно остановимся, чтобы мы говорили конкретно о том, что для вас актуально. Итак, удаленная работа. Тоже в этой части вносились некоторые изменения в законодательство. Как это по факту происходило, мы с вами все помним. Да? Сегодня мы работаем нормально в штатном режиме, и нам там вечером объявляют, что сейчас будет товарищи карантин, да, и там закрывается метро, перестает работать общественный транспорт и так далее. Естественно, работодатели в этой панике, в этой необходимости как-то выжить и удержаться на плаву, меньше всего думали о каких-то приказах по удаленной работе, да, о том, как это правильно оформить сотрудниками, о каких-то последствиях и так далее. Большинство все-таки
просто сказали сотрудникам, все, там, берем компьютеры, берем ноутбуки, работаем дома, там, созваниваемся в таких-то программах, списываемся, вот у нас совещание, вот так мы работаем, да, без всяких каких-либо бумажек. На данном этапе уже прошел у нас с вами месяц, да, практически, без там нескольких дней, как мы работаем в новом режиме, и уже пришло время думать, как это документально все-таки оформить. Мы уже привыкаем к существующим реалиям и понимаем, что уже сейчас нужно принимать решение о том, будете ли вы все время так работать, или мы вернемся в тот режим, в котором мы работали до этого. Да? Почему я так говорю? Потому что много там, предприниматели, даже знакомых, говорят о том, что, возможно, после даже окончания карантина будут отказываться от стандартной работы в офисе, многие сотрудники будут также продолжать работать удаленно и так далее. Да? Поэтому тогда нужно уже сейчас оформлять эти отношения с сотрудниками по-новому. Как же это можно оформить? В данном случае в ГЗОТ также были внесены некоторые, скажем так, новые формулировки, да, где в раздел гибкого режима рабочего времени были внесены возможности вот такие уточнения, да, там надомная работа, дистанционная работа. И, скажем так, прописана специальная норма, что на время существования угрозы распространения эпидемии, пандемии, там, военной угрозы и так далее, предприятие может своим приказом, распоряжением принять решение о переходе с сотрудниками в режим работы дистанционной или надомной. В данном случае не требуется, прямо в ГЗОТе написано, что не требуется подписание там специального письменного трудового договора по надомной или дистанционной работе, не требуется каких-либо специальных документов, достаточно просто наличия приказа предприятия о том, что с таким-то сотрудником вы на данном этапе работаете в режиме надомной работы. Как я рекомендую это делать? Естественно, сейчас нет смысла подписывать с каждым сотрудником какие-то там новые трудовые договоры, да, или усложнять это все. Если, когда у вас появится на это ресурс, вы можете подписать дополнительное соглашение к трудовым договорам или переподписать, там разные есть варианты. Если у вас сейчас этого времени нет, приказа будет достаточно. Но почему я акцентирую внимание на приказе? Уже такие поступали вопросы где-то в чатах, и я очень часто вижу такие вопросы. Вдруг с сотрудником что-то там случится, да, и непонятно, где он в это время находился, или что-то еще. Естественно, если у вас нет ни приказа, ничего по конкретному сотруднику о том, что он работает дома, вы сами себя ввергаете, скажем так, в такую зону риска, потому что, ну, вот у вас никак не оформлено, да, то есть нет приказа, получается, что вы работаете в том режиме, в котором вы работали до карантина. Если это не так, пожалуйста, просто рекомендую сделать этот приказ, ознакомить с ним сотрудника, если у вас нет времени, опять-таки, на подписание дополнительных соглашений каких-либо к трудовым договорам. Что в этом приказе должно быть? То там Иванов Иван Иванович отправляется, там, отправляется, ну, я простые формулировки вам говорю, для того, чтобы была понятна суть, да, о том, что будет продолжать свою, выполнение своих трудовых обязанностей в режиме там дистанционной, надомной работы по месту проживания, по адресу такому-то, да, то есть вы фиксируете, какой там его домашний адрес, где будет находиться его рабочее место, для того, чтобы опять-таки себя обезопасить, и для того, чтобы вы понимали, где сотрудник ваш будет находиться, и где он будет выполнять свои непосредственные трудовые обязанности.
Если вы потом в режиме, примете решение продолжать работать в режиме дистанционной надомной работы, даже после выхода из карантина, в данном случае я уже рекомендую, опять-таки, предусмотреть это непосредственно в трудовых договорах, где у вас будет подробно уже расписано, как вы взаимодействуете со своим сотрудником. Да? Вы прямо там можете подробно расписать порядок вашей коммуникации, там, как привязку к каким-либо результатам, что является результатом его работы, какой у него график, что он, например, должен быть в доступе по телефону там, или в рамках электронной почты там, с 9 утра до 18 вечера, например, и так далее. Почему я об этом говорю? Потому что, опять-таки, в ЗОД внесли изменения в связи с карантином и прописали, что при условии дистанционной, надомной работы сотрудники самостоятельно распределяют свое рабочее время по своему личному усмотрению, и на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка. То есть если у вас на предприятии есть какие-то правила, ну не какие-то конкретно правила внутреннего трудового распорядка, то как только вы сотрудника отправили работать дистанционно, они на него не будут распространяться. Вот в таком случае именно поэтому я рекомендую подписывать уже дополнительное соглашение к действующим трудовым договорам или подробно расписывать в приказе, на каких условиях продолжают выполняться сотрудникам трудовые его обязанности. Потому что это можно прописать только в трудовом договоре, вот все вот эти подробности. Да? То есть сейчас на правила внутреннего трудового распорядка вы уже не сошлетесь. Потому что очень часто, например, в более крупных компаниях правила внутреннего трудового распорядка предусматривают требования к внешнему виду сотрудника, да, в там, дресс-код так называемый, правила отчетности, KPI какие-то там, как устанавливаются и так далее. Так. Дальше. Опять-таки, нет каких-либо ограничений, законодательство не предусматривает, как вы коммуницируете со своим сотрудником, с помощью какого программного обеспечения делаются, составляются отчеты, как часто вы имеете право своего сотрудника контролировать, в какой форме, письменной или устной. Это все свобода выбора работодателя. Но рекомендую, опять-таки, это все письменно зафиксировать, потому что если это не зафиксировано, вы же потом можете потерять просто эффективность и производительность. Кстати, проводились там недавно опросы относительно того, как сами сотрудники оценивают, упала ли или возросла в этот период производительность и эффективность. И 55% сотрудников опрошенных сказали о том, что продуктивность упала, и эффективность. Но опять-таки, это выборка такая очень общая, да, поэтому мы не можем к ней привязываться. Далее, что еще очень важно и то, что прописано в ГЗОТе, в новых реалиях, это если сотрудник и работодатель письменно не договорились об ином, дистанционная работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, которые предусмотрены трудовым договором. То есть, если вы по приказу отправили сотрудника работать на дому и при этом не написали каких-либо специальных условий оплаты труда, то есть он у вас продолжает работать в рамках там, 40-часовой рабочей недели, вы обязаны ему платить полную заработную плату. Если вы не планируете это делать, то опять-таки здесь нужно будет уже писать дополнительные соглашения, подписывать к трудовому договору и оформлять это все приказами, например, что вы переводите сотрудника там, на сокращенную рабочую неделю, да, он работает там не 40 часов, а 20 часов в неделю, и, соответственно, пропорционально уменьшается его заработная плата.
Опять-таки, если сотрудник работает в режиме дистанционной работы, это никак не влияет на объем его прав по трудовому законодательству. То есть не уменьшается количество дней отпуска ежегодного или дополнительного. Не отменяются какие-либо льготы, если сотрудник относится к такой категории льготной категории, да. То есть все права, которые предусмотрены для сотрудников Конституции, ГЗОТом и другим специальным законодательством в сфере трудовых правоотношений, они не уменьшаются ни в коем случае и продолжают действовать для каждого из сотрудников. И, соответственно, работодатель обязан эти права не нарушать. Так, по надомной работе тоже я такое основное все рассказала. Подскажите, есть ли на этом этапе опять-таки вопросы или все понятно? Я просто Facebook не вижу, если у нас там какие-то вопросы, я слежу только за чатом в Zoom, если что. Но я думаю, мне об этом сообщат. Если вдруг они... Так, як оформлюється обідня година? Смотрите, опять-таки, да, возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили, о том, что все права, скажем так, должны соблюдаться, они остаются, закрепляются за сотрудником, в том числе право на обеденный перерыв. В данном случае, естественно, я не буду вам говорить, что нужно придумывать какие-либо дополнительные документы, приказы и так далее, когда ваш сотрудник обедает. То есть в данном случае я не рекомендую здесь оказывать какое-либо давление на сотрудника, вы в данном случае предусмотрите это, скажем так, урегулируйте это между собой в добровольном порядке. Естественно, если у вас есть возможность сейчас посидеть и внести изменения в документы, вы это можете прописать в дополнительном соглашении к трудовому договору. О том, что сотрудник остается там на 40-часовой, например, рабочей неделе, о том, что его рабочее время он должен быть в доступе там, с 9 до 18, и ему предоставляется обеденный перерыв. И прописываете, обеденный перерыв остается таким, каким он был до карантина, например, с 13 до 14, или он плавающий, да, что сотрудник в принципе имеет право на перерыв в течение рабочего дня, но он обязан уведомить там непосредственного своего руководителя или собственника в режиме электронной почты, в режиме внутренних ваших программ, в которых вы работаете, о том, что он в такой-то период времени будет на обеденном перерыве. Да? То есть здесь у вас уже свобода, как у работодателя, как это урегулировать. Для того, чтобы... Ну, я понимаю, что есть разные сотрудники. Опять-таки, я здесь рассказываю информацию, которая касается и сотрудников, и работодателей. Поскольку мы в рамках ассоциации проводим этот вебинар, естественно, основной упор я делаю для работодателей все-таки, да, поэтому мы предусматриваем варианты, когда сотрудник может злоупотреблять какими-либо своими правами. И ни для кого не секрет, что есть сотрудники недобросовестные, которые могут, скажем так, понимать карантин как возможность отпуска, да, или отдыха, и там отключить телефон, быть не на связи или как-то еще. Для того, чтобы этого не было, здесь нужно потратить свое время, потратить свой какой-то ресурс и оформить все-таки с такими сотрудниками в письменном виде его режим работы, его порядок предоставления отчетности. Никто же вам не запрещает прописать сейчас с конкретным сотрудником, да, например, программы, в которых он перед вами отчитывается, название прямо программы, что вы там, например, в 10 утра созваниваетесь в режиме конференции, там, в Zoom, например, и сотрудник обязан
присутствовать при этом, да, если он в силу каких-то объективных причин не может присутствовать, он обязан вас уведомить по такому-то номеру телефона и так далее. Ну, то есть вариантов на самом деле очень много, как это оформить, поэтому здесь уже вы, как работодатель, для себя принимаете решение, как вам удобнее это сделать. Если вам нужно, чтобы сотрудник там только с часу до двух был на перерыве, тогда это нужно прописывать. Если вы более лояльно относитесь к этому, тогда вы уже в режиме там, устно можете с сотрудниками это проговорить. Опять-таки, сейчас мы переходим в эпоху того, когда сотрудники работают на результат. Опять-таки, есть профессии, которые предусматривают выполнение такой рутинной текущей работы в постоянном режиме с 9 до 18. Есть те профессии, которые предоставляют, например, сотрудник разрабатывает какой-либо документ, да, то есть у него есть результат работы. И для таких сотрудников там не имеет значения, это будет с 9 до 18 или с 8 до 17, или он это ночью будет делать, да, на его усмотрение, он должен выдать вам результат. Так, вижу тут еще комментарий. Вы казали про перевірки. Ці перевірки будуть через скарги працівників до управлінь праці. Чи ці перевірки з ініціативи управлінь. Смотрите, тут на даному етапі опять-таки дійсно так називаємо мораторій на проведення перевірок, то есть до, по-моєму, по Держпраці тоже до конца мая невозможность проводить проверки. Потом это все после того, как закончится карантин, возобновится. Я очень уважаю контролирующие органы, но я всегда говорю предпринимателям о том, что не нужно рассчитывать на то, что будут для вас какие-то поблажки, льготы или еще какие-то хорошие условия после того, как все закончится. Да? То есть в любом случае бюджет нужно будет как-то пополнять. И прекрасный способ его пополнить – это прийти к бизнесу с проверкой и по там, всем возможным пунктам взыскать с вас штрафные санкции. Ну, я говорю объективно так, как оно всегда было. Может быть, произойдет что-то экстраординарное и что-то поменяется. Я говорю о том, как это было до этого. То, что касается проверок, естественно, это прямо отдельную можно делать встречу, это очень подробно нужно рассматривать. Я просто кратко скажу, что может быть и по... Есть плановые, неплановые проверки, опять-таки, да, план проверок на 2020 год был размещен на сайте Держпраці, которые проверяют бизнес в сфере трудовых правоотношений. Есть неплановые проверки. Неплановые проверки в том числе могут проводиться по жалобе сотрудника. То есть есть случаи, когда это может быть по инициативе непосредственно самого контролирующего органа. Эти все основания расписаны в законодательстве. Как это может на практике, например, работать? Пришла вас проверять налоговая, и увидела, что у вас там есть нарушения, связанные с оплатой труда или оформлением сотрудников. Они уведомляют об этом после своей проверки орган Гоструда, и Гоструда приходит уже со своей проверкой к вам. То есть есть различные схемы работы, но поверьте, очень много проверок происходит именно потому, что сотрудники жалуются на своих работодателей. И мы с вами объективно понимаем, что в существующих реалиях ситуация одинаково сложная и для сотрудников, и для работодателей. Поэтому каждый будет использовать любую возможность для того, чтобы получить возможную компенсацию в случае нарушения прав, да, либо там восстановиться на работе, если его незаконно уволили, для того, чтобы ему выплатили компенсацию за причиненный моральный вред и так далее. Если проанализировать судебную практику, которая была в сфере трудовых правоотношений, как правило, судебная практика в данном случае всегда, ну, я не буду сейчас говорить там 90-80%, это будет некорректно, но, скажем, большинство решений принимались на
в пользу сотрудников. То есть у нас всегда так было принято, да, что вот сотрудник в большинстве случаев прав. Ну, если уж там не совсем какая-то ситуация, что неадекватный сотрудник и просто судится со всеми работодателями, да. Именно поэтому, чтобы таких случаев не было, или если они все-таки настанут, и к вам придет проверка, или сотрудник подаст на вас иск в суд, вы потом не собирали эти доказательства, не делали какие-то документы уже непосредственно в такой агонии, да, лучше, пока сейчас есть возможность, наведите порядок в документах сейчас. В принципе, время карантина – это идеальное время для того, чтобы навести порядок в своем бизнесе, провести всевозможные аудиты, провести систематизацию бизнеса, да, где-то упростить процессы, оформить то, что не было до этого оформлено, навести порядок в документах, проанализировать, что было так, что было не так, потому что, ну, я объективно понимаю, юристов мало кто любит, и к юристам идут, когда уже проблемы наступили, как правило. Бизнес не очень любит наводить порядок в документах, пока не возникло такой острой необходимости. В силу того, что всегда времени не хватало, и это объективно понятно, потому что вам нужно зарабатывать деньги как бизнесу. Вот сейчас самое время уделить внимание в том числе вашему документообороту, вашему оформлению. Так, по проверкам ответила. У меня еще тут как из заявленной темы компенсация фондом части зарплаты. Я на ней кратко остановлюсь, и вы пока можете писать ваши вопросы, которые у вас в целом еще возникли. Может быть, они не связаны с оформлением там отношений с сотрудниками, может быть, это в целом связано с бизнесом и так далее, вы можете их писать с арендой, с налогами и так далее. Значит, то, что касается компенсации фондом, части зарплаты, это тоже новая норма, которая была внесена в связи с тем, что сейчас у нас карантин, да, установлен. Значит, что предусматривает эта специальная норма в законодательстве? О том, что предусмотрен вид помощи по частичной безработице сотрудникам, которые потеряли часть своей заработной платы в силу того, что было сокращено время рабочего времени, например. Да, вот как у вас там оформлен простой, произошло сокращение рабочего времени. Либо сотрудник работает не на полную ставку, на 0,25 ставки в связи с карантином, да, то есть есть обстоятельства, которые напрямую повлияли на сокращение продолжительности рабочего дня сотрудника и, как следствие, на сокращение размера заработной платы. В таком случае сотрудник имеет право на получение помощи от государства. Назовем это центр занятости, да, чтобы не называть полного названия. Эту помощь имеет право получить не сотрудник напрямую, а работодатель. То есть, если у вас произошло сокращение рабочего времени для сотрудников, вы имеете, естественно, после того, как вы оформили все внутренние документы, обратиться в центр занятости за получением для конкретных сотрудников вот такой вот помощи по частичной безработице. Есть четкий перечень документов, я вам сейчас их назову, которые вы должны предоставить в орган государственный для получения оформления такой компенсации. Я просто сразу обозначу, что не все, особенно территориальные еще подразделения, к этому готовы. Не все знают о том, что эти изменения были внесены, что такой вид помощи предусмотрен. Поэтому предприниматели, которые сейчас звонят в телефонном режиме, пытаются выяснить, как получить эту помощь, получают разные варианты отказов. Например, что это распространяется только на производственников, или это распространяется там только на какие-то специфические компании, или еще что-то.
То есть придумываются разные отговорки. Поэтому я вам сейчас называю перечень документов, которые нужно подготовить, и говорю о том, что такая возможность есть. О том, были ли кому-то выплачены такие компенсации, я сейчас не могу вам назвать каких-либо цифр объективных, поэтому придумывать не буду. Но обозначу опять-таки, что такая возможность есть. Итак, какие вы должны предоставить документы? Первое – это заявление в произвольной форме. То есть нет на сегодняшний день какой-либо формы данного заявления, либо требований к нему. Это заявление от вас как от предпринимателя, либо от юридического лица в свободной форме. Далее. Копию приказа, в которой будет указана дата начала, сокращение уровня там, производства, да, или приостановки производства вашего работы, вашей компании, в котором указано, что это осуществлено в связи с тем, что был введен карантин кабинетом министров Украины. Далее, ведомости о сотрудниках. Какие ведомости? Естественно, это фамилия, имя, отчество, регистрационный номер карточки плательщика налогов, проще всего индивидуальный налоговый номер, да, номер паспорта вашего сотрудника, то есть тех сотрудников, по которым это право на получение такой помощи возникло. И справка об отсутствии задолженности по выплате зарплаты. Очень важно, что здесь прописано в законодательстве условие о том, что право на такую помощь по частичной безработице имеют право те работодатели обращаться с такими заявлениями, у которых отсутствует задолженность по зарплате за 5 лет. Ну, то есть вот так это предусмотрено. Да? То есть только добросовестные работодатели, которые не нарушали законодательство и своевременно в полном объеме платили зарплату, имеют право обратиться с таким заявлением. Так, и какой размер этой помощи, самое, наверное, главное, да, это опять-таки 2/3 тарифной ставки оклада вашего сотрудника. То есть это, естественно, не 100% зарплаты, там не 50%, это 2/3. И опять-таки установлена максимальная граница, не более минимальной зарплаты. То есть если ваш сотрудник там оформлен официально, у него зарплата 20, 30, 40 тысяч гривен, он не получит 2/3 от своего оклада, он получит все равно максимальную помощь в размере минимальной заработной платы. Но хотя бы такие, скажем так, условия, да, могли и этого не устанавливать. Это кратко вот по такому виду новой компенсации. Напишите, пожалуйста, есть ли вопросы. В принципе, я уже основные вопросы, которые у нас были заявлены, максимально рассмотрела. Поэтому мы можем, я думаю, переходить к сессии вопрос-ответ, либо по каким-либо подробным уточнениям по тому материалу, о котором я рассказала. В Фейсбуке я не вижу вопросов, чата точнее. Дуже дякуємо вам, Майя. Я зараз слідкую за питаннями у Фейсбуці та закликаю нашу аудиторію задавати їх. Будь ласка, пишіть в коментарях, хто дивиться нас в Фейсбуці. Можна писати в коментарях. І Майя, я думаю, залюбки на ці запитання відповість. Да. Тому чекаємо на ваші запитання. Я тоже Facebook вот открыла, параллельно смотрю. Так, чекаємо ще, напевно, деякий час, 5-6 хвилиночок. Якщо запитань немає, то, мабуть, вже будемо завершувати. Так, Майя? Да. Ну, в принципі, вопроси були по ходу дійства, да. Так, вважаю, що ви сьогодні дуже, дуже детально і дуже класно висвітлили цю тему. Думаю, що, мабуть, через те і питання залишилося, тому що дійсно було все дуже, дуже детально висвітлено.
Я всегда боюсь, когда нет вопросов, мне кажется, что люди в каком-то шоке пребывают, больше что делать. Така інформація, вона була така юридична, можливо, ще люди її якось переварюють. Ну, поэтому, да, я говорю, если вдруг я перехожу на юридический язык, я прошу меня останавливать, я стараюсь всегда максимально просто... Дуже були, да. На самом деле, життєві приклади, ще трошечки ось чекаємо. А санкції, да, тут я бачу питання. Так, дивлюсь в коментарях на Фейсбуці. Можна ще уточнення з приводу санкцій, який розмір порушення трудових правовідносин. Смотрите, в даному випадку на сьогоднішній момент нічого не мінялося спеціально під карантин, не встановлювалися там нові штрафи, да, вони не увеличувались, не уменьшались, не предусмотрен якийсь період освобождение и так далее. То есть их очень много, я, наверное, но основные такие назову, которые стандартные у нас всегда действовали. Опять-таки, я сейчас не буду говорить, если вы не оформляете отношения, мы рассматриваем те, которые в рамках карантина могут быть. Ну, например, там, нарушение срока выплаты зарплаты, да, там, или выплаты не в полном объеме, там штрафные санкции в размере 3 минимальных зарплат за такое нарушение. Если, например, вы не соблюдаете условия законодательства, требования законодательства по размеру зарплаты, то есть платите зарплату ниже минимальной, то санкции двукратный размер от минимальной заработной платы. Опять-таки, есть штрафные санкции, если вы не допускаете проверяющих, на них не вижу смысла сейчас останавливаться, потому что мы проговорили, пока вас и нас проверять не будут. А что еще? Ну, скажем так, это такие, их очень много, и они привязаны все к минимальным заработным платам. Там от одной минимальной заработной платы до там 16-кратный есть штраф и так далее. И опять-таки никто не отменял уголовную ответственность за грубое нарушение законодательства о труде. То есть если вы сейчас начинаете массово увольнять незаконно сотрудников, да, или не соблюдать требования законодательства по сокращению штата или что-то еще, это может быть приравнено к грубому нарушению законодательства о труде. И сотрудники могут написать заявление в полицию о том, что вы совершили уголовное правонарушение, и может быть начато уголовное производство о грубом нарушении законодательства о труде. Это максимальная такая санкция, да, самая неприятная, самая опасная. Я еще бачу до вас запитання у Фейсбуці. Ось питають, якщо зупинений процес виробництва і працівники не працюють взагалі, чи можливо розраховувати на компенсацію? Таке запитання. На компенсацию имеется в виду фонд, да, то, о чем мы проговорили, здесь нужно уточнить, наверное, да? Тетяна, если вы нас чуете, то, будь ласка, уточните ваше запитание, на какую самую компенсацию вы мали на увазе? Если мы говорим компенсация о фонде, вот это новое, да, то там формулировка в законодательстве звучит как зупинення в дужках скорочення тривалості робочого часу. Тобто прописані два слова – остановка і сокращення. Тому предполагається, що і друге – і сокращення, і повна остановка. Звісно, в даному випадку більше всього страдають конкретно ті підприємства і співробітники тих підприємств, які взагалі не мають можливості працювати. Это непродовольственные магазины, любой бизнес, который там ритейл физически, не продуктовый, да, или там производственники сокращают объемы работы. Поэтому в данном случае, конечно, вам нужно пытаться обращаться за такой помощью. Я считаю, что если такое право предусмотрено, то лучше им воспользоваться. Пускай вам откажут, и вы потом будете спорить при желании, да, подавать в суды и так далее. Чем не воспользоваться таким шансом и не получить хотя бы минимальную компенсацию от государства?
Так, прості, віжу вопрос в зумі. Маємо платити 2/3 окладу, а не мінімальної зарплати. Скільки часу може тривати прості? Смотрите, 2/3 оклада вашого сотрудника, да, не к зарплаті, это приравнивается, 2/3 оклада. Сколько времени может продолжаться простой, так как вы пропишете у себя в приказе, то на период действия обстоятельств непреодолимой силы. То есть, проще говоря, на период карантина вы можете полностью оформить простой. Так, чекаємо ще на запитання. В Фейсбуці поки немає. Так, якщо звертатись в центр зайнятості за 2/3, але не більше мінімальної зарплати, знову ж на який період? На час дії карантину, який встановлений постановою Кабміну. Тобто наразі це до 24 квітня поточного року, і ми чекаємо на відповідні рішення нашого уряду стосовно продовження дії карантину або виходу з карантину. Тобто наразі це 24 квітня. Я думаю, що в 20-х числах квітня ми вже зрозуміємо, чи буде його, тобто карантин, продовжено. То есть здесь идет привязка уже по помощи от фонда, да, не к вашим приказам внутренним, а к постановлениям Кабмина. То есть вы не сможете от государства получить помощь за тот период, когда уже карантин не будет действовать. Дякую за відповіді, дякую за запитання. Дуже такі влучні, цікаві, практичні. В Фейсбуці у нас нет вопросов, да? Що немає, хочу ще сказати, що ця трансляція, вона буде у записі, тобто її можна буде переглянути в будь-який час, ті, хто не встиг сьогодні до нас долучитися, зможете її переглянути. І хочу ще запитати у вас, Майя, чи можна буде, можливо, надати ваші контакти, якщо у людей будуть запитання, щоб Різно. Ви вже після, так, дуже дякуємо. Це... Так, можете писати або особисті повідомлення, можна мій номер телефону залишити, є посилання на нашу сторінку юридичної фірми Spencers, там є номери телефонів, тобто, звісно, з радістю відповім на питання, або мої колеги допоможуть відповісти. То... Так, дуже дякуємо. Так, дякуємо, тому що дійсно тема така актуальна, дуже нагальна, то треба, і ось так ми бачимо, як цей карантин, він все ж таки об'єднує нас, і сподіваємося, що після виходу з нього справи у всіх будуть добре, і ми його так пройдемо всі разом, об'єднавшись, без відчутних втрат. От пишуть, телефон пишіть. Ми обов'язково напишемо, так, контакти має, це буде сторінка в Фейсбуці, також сторінка фірми. Да, можна писати, він не секретний, він в офіційному реєстрі адвокатів навіть указаний, тому вполне можна мій телефон указувати, не є тайною. Так, у нас, хочу ще зауважити, що на початку трансляції у нас були такі невеличкі складності з трансляцією у Фейсбуці, тому ми змогли вийти в ефір лише через годину після початку трансляції, але запис у нас все ж таки буде повною версією, ми його трошки пізніше, ми його обов'язково на Фейсбуці викладемо. Також, так, запитань більше у нас немає. В зумі не вижу, вроді як на всі відповіли. Друзі, якщо запитань більше немає, будь ласка, поставте плюсики, якщо вам все було цікаво і все зрозуміло, то ми будемо знати, що все добре, і ми можемо завершувати наш вебінар. Так, всі тут бачу плюсики. Да, якщо є якісь ще теми, які ми можемо освітити, то з удовольствием поучаствуємо, скажімо так. Потому что очень много вопросов в сфере там аренды, организации труда, как бизнес обезопасить, как систематизировать, как навести порядок и так далее. То есть, пожалуйста, с радостью будем участвовать в любых мероприятиях.
Так, дуже вам дякуємо за це, Майя. Це було дуже пізнавально, цікаво, і я сподіваюся, що і корисно для нашої аудиторії. Я сподіваюся також. Так, думаю, що дуже корисно, і дякуємо вам ще раз від імені асоціації, від імені наших членів асоціації. І також хочу запросити на наш наступний вебінар, що відбудеться в п'ятницю, 17 квітня. О 17-й годині, і він буде присвячений інтернет-маркетингу, а саме вже таким практичним кейсам і лайфхакам, як саме впроваджувати цей інтернет-маркетинг у бізнес. Тому для більшої ефективності ми також чекаємо на ваші запитання, які можна буде надсилати на пошту, на нашу офіційну пошту УАМ, та також можна в соцмережі. Тому до зустрічі на наступному вебінарі, а вам має велике дякуємо від всіх нас. Вам дякую також за запрошення і цікаву зустріч. Будемо тримати зв'язок. Можливо, ще будуть запитання трошечки пізніше. Добре. Дуже дякую. Дякую всім, до побачення. Так, до побачення.